Всем привет, с вами Скопинг. Зашли мы на Орлиный Глаз. Поиграем сегодня с АК-47, снежный барс. Ой, давно, блин, я не записывал. Ах, и что-то непривычно мне. Так. Минус, пацанчик. Вот это тайминг сейчас был. Примерно прикинул, через сколько он выйдет, и дал его. А, и там вдалеке есть, но вряд ли я попаду. Блин, что-то пшикает калаш. Так, может рычит или, я не знаю, фыркает, возможно, самое такое точное описание данного действия. Так, что у нас по миду? А еще он вот так вот может делать, но я не знаю, это к чему вообще и... Одни понты не нужны абсолютно. В принципе, этот калаш сам ни хрена не нужен, понт. Ну, это все-таки субъективное мое мнение. Так, ладно. Пацан может быть здесь... Ага, выйдет, отлично. Пойдем также, бар, сходим. Что касается випок, ну, давайте, что конкретно этого снежного барца. Он мне не нравится, не знаю. Мне как бы больше смущает не его внешность. Внешность у него такая приятная, прикольненькая, но то, что это вип. Бонусы. Как-то меня вот это вот не нравится. Дисбаланс некий. Ну не некий, а дисбаланс. Не нравится мне эта тема в последнее время, поэтому я как-то выступаю все противником всего этого. Блин, тяжело говорить умные мысли, если ты дурак. Не играть еще при этом. Так, сенсу побольше, что совсем не двигается, FPS подседает. А вот он последний. Хм. Вот такие дела. Внешность, конечно, приятная, у него ничего тут не скажешь, но меня смущает... Так, это мы выстрелили? Кнайф. Меня смущает кнайф. Мне никогда не нравились вот эти вот модификации с кнайфом. Чё это такое? Не знаю. Это просто вообще меня выводит. Оп. Такс. Ух. Блин. Шо ж ты какой-то неугомонный. Их и не попадаю. Нет, с дурачками надо поаккуратнее. Так, минус 2. Блин, жесткий. Я. В смысле, жесткий пацан. А, и справа. Или нет? Что-то с сенсой вообще. Да, отлично, был справа, я же слышал. Если уж брать какое-то вип-оружие, то это только ВМ-змей, мне кажется. Там, ну, дисбаланс от него по минимуму. Ох, что же касается этих калашей, то не знаю, не знаю. Оп, ДЛ-ку минус, так этого тоже минус, да-да. Мой тиммейт, блин, он фыркает. В принципе, я не против вот таких вот эффектиков и всего этого, но дисбаланс уберите, прошу вас. Это меня расстраивает. Минус и последнего надо ваншотом, да, пацаны? Нужен же ваншотик. Да блин, не достал я его. Такс. Такс. Оп, свет, хорош, дали его. Никуда не добежал. Так, тут справа есть. Ладно, по-тихому. Ой, вот этим мне и не нравится. Я случайно нажал на правую кнопку мыши, он стреляет. Молнии, что Зевс какой-то, не понимаю. Не буду сейчас бежать на рожон, надо немножко так отсидеться, пусть пацаны подвигаются. А я потихонечку. Ух, нога никого из наших и нас заходит, такс. Чё, все, я один, да, буду, наверное? Отлично, спасибо, пацаны. Ну, вроде. Ага. Блин, поймал я его. Его дали. Ой, а если ваншотик? Ай, вот он. Еще один, не увидел его. Второго, хорошо. Оп, ходи, раз, два, три. Нет, тайминг не прошел. Перезаряжусь, попробуем этим... Зевсом дал. Да что такое? Не получается у нас, не получается. Икс. Опа, на медок зашел. Хорош, хорош, Том. А где Джерри?
Ой-ой-ой. Световая граната. Спасибо. Тихо, аккуратно заходим. Так. Никого. Тут наш... Ай, справа санса маленькая. А! Так, последний где-то здесь. Вот. Головешка его. А, он вот он. Сейчас я сольюсь, боже. Да, это был самый убогий, пожалуй, слив. Надо заканчивать эту игру, чтобы потом не размусоливать вот эти вот последние раунды. Будем катать еле-еле. И видно же, что мы лучше, боже, надо забирать. Такс. Есть кто. Ой. Такс, погодите. Ага, вот он. Гуманоид. Да что такое, где АИМ? Соберись. Минус. В тело кое-как. Ох. Отлично установили на... Ладно, побежали. Такс. Вот так вот. Хорош пацан. Никого. Блин, вот это вот мне не нравится, фигня. Так, вверху есть. Вверху нет, Скопинг, ты о чем? Угу. Есть. Минерка нет, боже, я помню, что тогда уйдем. Такс, чё? Не! Вообще нифига. Смысла к ней. В упор? Ну не знаю, не проверял. Эй, серьезно? Хорош. Такс. Ладно, закину туда осколочный. Хочу что-то кинуть, а что не знаю, бля, вообще. Так, заходи, девчоночка, подружка моя. Ух. Блин, хотел подбежать, дать его с этого. С Зевсом долбануть. Но что-то не вышло, пошло не по плану. Такс, пацаны раздают. Никого. Я думаю, может мид ворваться прям так жестко, как старые добрые там. Оп. Световая. Так, все. Ого. Ладно, я уйду, вопросов нет. Угу. Так. Вот так вот. Что-то на головешку убегает, и ему пям. Блин, очково сейчас под Б дадут. Нашухай меня в бочину. А я не хочу умирать. О, а вы? Блин, разменял меня. Я чуть не попал, я его дал. Пойдем под А зайдем. Дымовая, отличная дымовая. Световая. Ну что такое? Так, здесь был же горемыка какой-то. Ага. Блин. На этом все, мы выиграли. До следующего видео.